Давайте глазки и аккуратно с этим. Он тут тоже его немного, чтобы он не обмазнил. Отлично, размяли. Вот смотрите, совсем мягенький такой. Вот. Да? Ну, еще господи. Здесь у нас уже впечатление. Первые пройдены, да, они есть. Помните, да, мой золотой, что сейчас конечно. Будет? Что сейчас такое, разве забудешь? Конечно. Будет как будто кипяток тут просто. Готовы? Да. Поехали. Отпускает? Угу. Даже не запущает? Нет, нет, нет. Это, знаете, это не больно. Вот видите, все, он уже вот не... Увидели первый момент, что ярко-желтый, желто-розовый, и становится розовым. Это больно. Если вы не скажете все то, что я вам об этом сказала, то есть не запугайте, не предупредите, то вы знаете, можете столкнуться с... Да. Готовы? Да. Вы видите, как удобно в перчатках то, что не нужны нам никакие кисточки, и то, что это не растекается. Вот видите, и там, где уже нейтрализовался, я добавила, вообще ничего не меняется. Живой? Да. Нормально. Мотивация важна. Терпим за что? За красоту. За красоту, конечно. Ну, это уж очень громко. Не надо, вечная молодость не нужна. У вас будут оставаться эти салфетки от пилингов, которые самонейтрализуются. А вот эти грязные не экономьте. То есть сколько надо, столько вы и используете. Не важно, что они останутся. Это у вас они останутся. Ваши администраторы будут также... Вот так. Нейтрализовать сильно не буду. Нет, я сейчас еще разочек нейтрализатор проверю себя, да. Вот видите, что абсолютно никаких ощущений, впечатлений, все. Значит, я все делала. В протоколе этого нет, но я так волнуюсь, потому что в самонейтрализующихся там ничего не произойдет, да? Значит, самое главное, чтобы вот сейчас посмотрите, мы Джесснер сделаем, чтобы вы не упустили этот момент, просто механически потом не растерли, да? Но если уж вы, спасибо большое, как бы пропустили, ремовер тогда пусть у вас будет, если вы